Всем большой привет! Сегодня будем печь домашний хлеб по самому простому рецепту. Особо вымешивать ничего не нужно. Соединяем все ингредиенты, даем постоять 2 часа и приступаем к выпеканию. Получится у всех с первого раза. Приятного просмотра! 10 граммов соли высыпаем в глубокую миску. Вливаем туда 350 миллилитров теплой воды и размешиваем до растворения кристаллов. Затем просеиваем через сито 500 граммов муки и 7 граммов сухих дрожжей. Все хорошо перемешиваем, пока тесто не станет однородным. Дальше закрываем миску пленкой или полотенцем и оставляем в теплом месте на 2 часа. Я обычно ставлю в нагретую до 30 градусов духовку. Пока тесто подходит, берем толстостенную посуду, смазываем ее подсолнечным маслом и присыпаем мукой. Теперь выкладываем тесто на посыпанную мукой поверхность. Сверху также присыпаем мукой, обминаем его и заодно превращаем в лепешку. Затем края собираем к центру, формируя мешочек. Защипываем их. И помещаем тесто в подготовленную форму швом вниз. Накрываем полотенцем и даем расстояться 30 минут, после чего отправляем в духовку. Туда же нужно поставить любую огнеупорную емкость с водой. Дальше включаем духовку на 180 градусов и выпекаем хлебушек до готовности, примерно 50-60 минут. Еще горячий хлеб достаем из формы, заворачиваем в полотенце, кладем на решетку и даем в таком состоянии полностью остыть. Вот и все. Очень вкусный домашний хлеб готов. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.